Друзья, здравствуйте. Все мы ждем Нового года. И я это видео специально записываю не в студии у себя, а здесь экстренно. Натолкнула меня на это видео моя жена, которая уже практически отработала мастерскую ступень. Это для нас, для нашей семьи большое счастье. У нас в семье еще один мастер появился. Так вот, к чему этот весь эпос? Все мы ждем Нового года. На всегда Новый год у нас ассоциируется с новой надеждой, новыми возможностями. Кто-то загадывает желания в Новый год. В нашей большой ассоциации рейкистов есть такая практика. Пирамида желаний. Пирамида желаний – это особенная вещь для рейкистов. У каждого рейкиста есть рейки-бокс. Это такая индивидуальная шкатулка для исполнения его желаний. И есть пирамида желаний. Пирамида желаний – это работа с групповыми желаниями. Ну, то есть это происходит таким образом. Все желающие люди пишут свои желания. Если это контактно, при личной встрече, то это все приносится, допустим, в центр рейки. Мастера эти желания заряжают. Да, именно мастера, их там много обычно. Эти желания заряжают, рисуют специальные символы, дают поддержку. Потом это все укладывается в специальный такой бокс в форме пирамиды. И все, кто написал туда желание, медитируют под руководством мастера. Идет медитация зарядки этой пирамиды на исполнение каждого, кто написал желание, на год. Заряжается каждый месяц, каждый день. Как это работает? Поток рейки приводит в порядок за год. Гармонизирует мысли человека, который написал эти желания. Да, то есть у человека приходит четкое понимание, как достигнуть этой цели. Убирает препятствия к достижению этой цели. Там, где не хватает каких-то качеств в характере, положительных, да, туда идет энергия для того, чтобы человек увидел, в чем проблема, почему не хватает этих качеств, и с легкостью их начал себе развивать. Подстраиваются обстоятельства. Но это все происходит только по воле самого человека, который написал это желание. И просто так, сидя на стуле дома и ничего не делая, желание, скорее всего, не сбудется. Может только поколбасить. Я сейчас говорю полностью все искренне и без каких-то недоговорок для того, чтобы каждый понимал ответственность этого всего. Потому что, предлагая вам это, я беру на себя огромную ответственность. Ну, потому что это необходимо поддерживать, заряжать, медитировать раз в неделю, раз в месяц. Так вот, вернемся к реализации этого всего. Реализация всего, как я уже сказал, происходит вот таким образом. Да? То есть подстраиваются обстоятельства, находятся нужные люди, включаются внутренние ресурсы человека, появляется четкое понимание, как достигнуть этого всего, да, появляется, если не было уверенности, появляется уверенность, если был какой-то страх, то человек прорабатывает этот страх, либо он вообще растворяется, ну, то есть это вот такие ситуации. В конце концов, даже если какая-то карма, да, в прошлых жизнях препятствует реализации этого желания, то карма либо смягчается, да, и человек проходит этот урок более мягко, не мордой по асфальту. Либо нейтрализуется, если у человека хороший и золотой запас.
Есть нюансы, которые мне нужно обязательно вам проговорить. Значит, в первую очередь, это работает. Это так работает, что нужно быть очень аккуратным и внимательным со своими желаниями. Ну, по поводу аккуратности и внимательности я к вам... Я вернусь к этому разговору. И сейчас я специально это пишу одним дублем для того, чтобы передать всю искренность вот этого посыла. Значит, представьте, вот мы все, сколько нас будет, 10, 20, 30, 40, 50, 100 человек, это абсолютно не важно. В первую очередь, мы с вами проведем короткую сессию, начнем с часа, один час. Потом посмотрим, как это уложится. И если хорошо уложится, да, появятся вопросы, а это обязательно. Потому что вопросы, если есть вопросы, значит, есть процесс восприятия, да, человек начинает творить информацию. Попробуем следующую нашу онлайн-встречу сделать 2 часа. На таких сессиях я объясню, как правильно загадывать желания. Ну, что это значит? Ну, я приведу просто такие примеры из жизни. Один человек написал в пирамиду желаний годовую. Сейчас я вспомню. У меня полностью обновился организм или полностью обновилась кровь. Ну, как-то так написал. Вот, ну и что вы думаете? Этот человек попал в больницу через 5 месяцев, 4 где-то месяца. Попал в больницу, и ему полностью перелили кровь. Ну, не полностью, а ему перелили кровь и влили такое количество лекарств, что просто вымылось, участилось все. Человек обновился действительно. Это говорит о том, что по воле человека Вселенная скажет: ну, хорошо, я сделаю. Нам всегда нужно помнить о том, что наше физическое тело – это то, что принадлежит Матери Земли, и мы желаем не нашим телом, мы желаем нашим умом, а в идеале нашим духом. И последствия как раз разгребает ум и тело. Вот это такие яркие примеры. Есть положительные примеры. Девушка написала: у меня там новый телефон, это тоже все из жизни. И ноутбук. Так вот, ее мужчина просто гулял по торговому центру, и появилось дикое желание подарить телефон. Он купил, подарил телефон. Она не поняла, что произошло. Она это как-то восприняла очень с опаской. Вот. Ну, в общем, одним словом, она перекрыла себе дорогу к следующему желанию, потому что у него было желание подарить ноутбук потом сразу. Но, не получив должного энергообмена, у мужчины закрылось сердце на эту ситуацию, и он не подарил. Это как раз и есть уровень сознания наш, когда мы что-то хотим, мы это получили, а даже не знаем, как вот это использовать, как отблагодарить, как Вселенную поблагодарить. Вот эти все моменты вам в 3 дня сессии коротко. Самый минимум, который нужен для того, чтобы реализовалось качество желания безопасно. И это самый минимум вам объясню, расскажу. И мы с вами проведем ряд медитаций по очищению наших чакр. Конкретно по вашим желаниям, по очищению первых 5 элементов, по поддержке рода,
Я в описании оставлю свой телеграм личный. Вы мне можете написать. Мы сделаем одну группу, в которой будут все общаться, задавать вопросы. И там мы с вами разберем все моменты, ну, скажем так, возникающие вопросы после сессии, на которые я смогу с удовольствием вам ответить, ну, в следующем уроке. А потом у нас с вами будет еще время встретить Новый год, погулять. А в первую неделю января мы с вами в онлайне. А кто живет в Тироле, тот может приехать. Нам прекрасно Гемайнде выделила одно очень хорошее помещение, библиотеки, прекрасное, красивое, где мы можем с вами провести, подключить людей в онлайне и в офлайне эту медитацию. Мы зарядим с вами эту пирамиду на год. И это будет совсем другой уровень. Мы подготовим себя, во-первых, ментально, вы получите новые знания. Возможно, вы разберетесь в прошлых своих каких-то ошибках, там, где вы не достигали то, чего вы хотели. Мы проведем ряд медитаций, которые помогут вам же, что достигать вам этих желаний. Вам же достичь их легко, без последствий. Участие в годовой пирамиде. Символическое. 3 евро за каждый месяц. Ну, то есть 12 месяцев это 36 евро. Это я уже рассказываю вам условия. Первое условие это участие, значит, это энергообмен. Второе условие. Если вы не будете далее медитировать на исполнение ваших желаний, то энергии будет меньше. Соответственно, исполняться они, возможно, будут тоже очень туго. Поэтому желательно хотя бы раз в месяц выйти на групповую медитацию, которую мы с вами дружно назначим время и день. И мы будем с вами совместно медитировать. Это будет прекрасно. Я вам сразу говорю, что это будет первое. Дополнительно у вас будут каждый раз чистятся чакры, тонкие тела, смягчаться карма, где-то сжигаться карма, проявляться новые положительные качества в вашем характере. Это хорошая на самом деле такая практика. Я еще буду подготавливать какую-нибудь интересную тему сакральных знаний. Мы можем туда с вами внести дополнительно блок вопрос-ответ. И в конце будет медитация по очищению ваших пространств, вашего дома, работы, бизнеса, семьи, потом внутреннего пространства, ваших чакр, тонких тел, ума, сознания, подсознания. И в конце вся вот эта вот накопленная мощная энергия будет отправлена на зарядку пирамиды. Для всех людей, которые положили туда свои желания. Пусть каждого из вас наполняется сердце любовью, душа светом от Абсолют. И все наши блоки, преграды растворяются самым наилучшим образом для каждого из вас. Безболезненно, через осознание, через понимание. Так и есть, так и есть, так и есть.